Друзья, ну а прежде чем я продолжу свою работу, я хочу отметить, что спонсором сегодняшнего видео является игра Raid Shadow Legends. Не знаю, как вы, а я вырос, собирая почтовые марки и вкладыши от жвачек. С тех пор ничто меня действительно так не цепляло, как Raid Shadow Legends с его коллекцией из 500 чемпионов, самыми разнообразными скиллами, бесчисленными артефактами и миллиардами различных команд, которые предстоит протестить в битвах. Это первая мобильная RPG, которая действительно погружает в тот самый магический игровой мир, очаровавший меня еще с детства. Теперь вы можете играть в Raid как на мобилке, так и на ПК. И как и мобильная версия, она абсолютно бесплатная. Одна из классных вещей в этой игре — это то, что ваших худших чемпионов можно использовать в качестве жертвы, чтобы повысить ранг любимых чемпионов. Давайте прямо сейчас откроем несколько осколков и посмотрим на выпавших чемпионов, чтобы решить, пожертвуем ли мы их или сохраним. Ну, это обычный герой, скорее всего, им я пожертвую. Что мне еще нравится в игре? Битвы в режиме кампании. Тут вы можете прокачивать в битвах своих новых чемпионов и наслаждаться озвученной линией сюжета. Что нового ждет вас в игре? Райт постоянно выпускает новых чемпионов, и вот вам концепт-арт некоторых из них, над которыми Райт сейчас активно работает. Обратите внимание на детали этих персонажей, вы просто не увидите такого качества и детализации в мобильном гейминге где-то еще. Вы можете найти меня в игре под ником DenDenTV. Прямо сейчас переходи в описание под видео, качай рейд именно по моим ссылкам, и как новый игрок получи 3 древних осколка, запас энергии, 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона за конницу в качестве бонуса. И торопись, бонус будет действителен только следующие 30 дней.